сегодня вам расскажу способ, буквально как за полночи, вывести тараканов из дома. Ни одного, чтобы не осталось. Будем делать так. Все прекрасно знаете, что тараканы уходят, когда выключается свет. Свет выключили, тараканы вышли. Свет включается, тараканы разбежались. И вот этими действиями мы как бы будем их выводить. Берем, выключаем свет, считаем до трех. Раз, два, три. Тараканы вышли. Мы резко включаем свет, они в панике все разбегаются. Подождали чуть, выключаем. Раз, два, три, посчитали. Тараканы вышли опять, довольны, и все. Мы опять резко включаем. Они в ужасе, в панике, опять разбираются. И производим это действие до тех пор, пока вы уже свет включите, и ни один таракан не выползет. Что получается? Они неадекватные, бешеные. У кого переломанные лапы от того, как они убегали, спотыкались. Вот. У кого вообще там мозоли на лапах. Ну, короче, все обиженные на то, что здесь, в этом доме, с ними так поступают, они берут и просто-напросто уходят из дома. Все, пользуйтесь.